Во вторник в исполкоме состоялся брифинг на медицинскую тему. Основной вопрос, с которого мы и начали, задают многие словчане. А что у нас происходит с медициной? Ну, на данный момент решением Славутицької міської ради створено комунальне некомерційне підприємство Славутицька міська лікарня Славутицької міської ради. До цього рішенням Славутицької міської ради, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів номер 196, передано цілісний майновий комплекс спеціалізована медико-санітарна частина Міністерства охорони здоров'я у власність територіальної громади міста Славутича. Я смотрю, подпись серйозна, Гройсман. А почему же, ну, господин Шиненко с своей точки зрения, и он фактически подал на это письмо, ну и заодно и за місцеву раду, на то, что вы поступили неправильно? Да, ну, медико-санітарна частина, адміністрація медико-санітарна частина, як юридична особа, вони предметом позову їхнього до суду було те, що вони вважають, що Славутицька міська рада перевищила свої повноваження і прийняла до територіальної громади майно, цілісного майнового комплексу, хоча з наказу Міністерства охорони здоров'я наказ про те, що про перелік закладів, які підпорядковані Міністерству охорони здоров'я, ще існує запис спеціалізована медико-санітарна частина номер 5 Міністерства охорони здоров'я міста Славутич. Я думаю, що вони знайшли той момент, що Міністерство охорони здоров'я прогавило внести зміни в свій наказ. Хоча на даний момент Славутицька міська рада не підпорядкована Міністерству охорони здоров'я. Ми виконуємо розпорядження уряду і законодавство України. И, безусловно, мы поинтересовались, а как идут дела с реализацией проекта «Лікарь для кожної сім'ї». Я хотів би звернутися, перш за все, до славучан. Зараз іде активна кампанія приписки або декларування з лікарями. Кожен славучанин має право обрати свого лікаря. Зараз ми підключили для більш інтенсивного процесу центр надання адміністративних послуг, тому просимо всіх славучан звернутись. Лікарів мало. Деякі лікарі вже фактично вже набрали собі ту кількість пацієнтів, які є, а лікарі, які залишились, тому мається на увазі, щоб переписалися. Особлива проблема у нас по дитячому населенню. После этого брифинг перешел во встречу с депутатами городского совета и обсуждением темы Черниговского госпитального округа, в состав которого мы и должны входить. Среди присутствующих единственным участником второго заседания госпитального совета Черниговского округа была экс-главный врач Славутической городской больницы Москаленко. На настоящий момент у нее уже контракт закончился, которая и рассказала об этом заседании. Функционировать в том составе, которые есть на сегодняшний день больницы, не смогут в этом округе. Если реформе не будет, так скажем, дана команда «стоп», а будет она продолжаться в том же русле, то, в принципе, все районные больницы, которые имеются в этих районных центрах, они будут перепрофилированы. В каком плане? Где-то будет оказываться неотложная помощь первого уровня, где-то будет оказываться неотложная помощь второго уровня, где-то будет оказываться плановая помощь пациентам. Создано две комиссии, достаточно серьезных комиссий, но учитывая то, что у нас городская больница, значит, к нам тоже, в принципе, должны приехать и провести такой аудит. Была дана рекомендация о том, чтобы на местах, включая представников громад, медицинскую элиту пригласить, собраться все вместе и провести внутренний аудит. Чем же каждая больница сможет помогать? Это прежде всего, это технический, материально-техническая база,
на которой каждый пациент сможет получить достойную медицинскую помощь. Все главные врачи старались укрепить свою материально-техническую базу, привлечь лучших специалистов. А если их нельзя было привлечь, значит, их учили на протяжении всех этих лет. Там идет здоровая, нормальная конкуренция между коллегами, между врачами и в том числе между больницами. Каждый понимает, что в данной ситуации надо как-то выжить, сохранить коллективы, потому что я вам должна сказать, что на сегодняшний день у нас в медицине 80% пенсионеров или предпенсионного возраста. Да? Молодежь сейчас в медицину идти не хочет, потому что заработная плата у начинающего доктора 3200. О чем-то нужно говорить? При всем уважении к оставшимся персоналу в медсанчасти, я вам должна сказать, что вот на сегодняшний день, если бы что-то зависело от меня, то я бы сказала, что люди, вы знаете, лучше 40 минут в дороге, но вам окажут нормальную, достойную медицинскую помощь, чем, извините, через 15, 20, 30 минут в этой медсанчасти. Вы знаете, я за последние 2-3 недели, когда тут нам рассказывали, что не надо составлять акты, которые вот какая там аппаратура осталась, не надо составлять акты, в каком состоянии они находятся. Вы знаете, то я услышала от всех работников, ну, нормальных, адекватных людей, а там, ну, все равно их больше в медсанчасти, вы знаете, они просто заложники ситуации. Вот. Людям не на чем работать. Извините, мы живем же, хоть и в лесу, простите, но в 21 веке. Как мы можем оказывать интенсивную допомогу в реанимации, не имея биохимического анализатора? Вот вы знаете, вот это просто страшно звучит на сегодняшний день. Если бы были присутствующие доктора, они понимают, о чем я говорю. Как может уничтожаться женская консультация? Можно ее назвать как угодно. Как можно уничтожать врачей-гинекологов, да, не давать им место работы, если у нас не обучены ведению беременных, отслеживанию патологии какой-то конкретной? У нас не обучен на сегодняшний день ни один семейный доктор, и ни один терапевт, и ни один педиатр. Ну, мы же здравые люди. Вообще получается, что вопросов к нашим медицинским руководителям накопилось уже больше, чем ответов. Да и кто на них отвечать будет? Уже уволенный главный врач СМЦЧ Шаренко или еще не выбранный главный врач новой больницы? Ну, хочется верить в то, что должны что-то оставить нашему Славутичу. Но что оставят? И в каком виде? У меня вопрос. Стратегия в чем? Мы сейчас говорим о каких-то мелких рядовых вопросах. Мне интересна стратегия. Мы что хотим с этой Славутской мирской лекарной? Как мы ее видим? Какая нам будет принимать, какое участие в этом госпитальном округе? Стратегия какая у нас? Участие в госпитальном округе визначається відповідно до матеріально-технічних умов та кваліфікації медичного персоналу. Так? Ну, то есть то, что будет проведено аудит и будет... Звичайно. У нас есть отдел исполкома, у нас есть профильный зам, который определяет стратегию медицины в этом городе. Если мы хотим больницу интенсивной помощи, как озвучилось год назад, то мы должны к этому стремиться. Мы на данный момент, принимая имущество от государственной в коммунальную, мы знаем, что там есть, что там ничего нет. Правильно? Да. Поэтому если мы позиционируем себя с такого вида больницей, то что мы делаем в этом направлении? Для покращення матеріально-технічної бази є необхідний перелік матеріалів обладнання, яке треба закупити. Видимо, на ближайшей сессии придется рассматривать медицинский вопрос. Ведь, судя по информации из Черниговского госпитального округа, к реформированию медицины в Чернигове готовились 5 лет. А у нас, похоже, надеялись, что реформы медицины не будет. Подробнее о брифинге на медицинскую тему смотрите специальный репортаж в пятницу вечером, ориентировочно 19:50.